Всем привет, друзья! И вот я иду из Сажикиной деревни. Мы относили еду, вы, наверное, помните. Нас ее тот раз гипнотизер загипнотизировал. И вот и с ней. Да. Так. Воу, это что? Воу, это. Это что такое? Пошли как-то. Какая-то коробка. И там что-то жители. Нифига, там с решеткой. Ну-ка, что эти жители построили на этот раз? Ну-ка. Здравствуйте, жители. Жители, что вы на этот раз построили? Йоу-йоу, мы сегодня будем зажигать ночью. Рэд, Сажик, приходите. Чего, какой зажигать? Вы видали эту колонку? Эта колонка, мне кажется, что разорвет мой дом просто на клочья. Тут всю деревню разорвет. Это будет круто. Давайте. Ты ну, слезь, ты упадешь же. Тупой, что ли, житель? Вон я того. Того жителя еще скинь. Ой, так. Житель, мы тебе все испортим. Всё. Попробуйте только, ночью будет вечеринка. Ой. Чё? Ладно, все, пошли, Сажик. Этот просто житель, надеюсь, все закроет сейчас эту лавочку. Понятно? Конечно, я закрою. Вы еще у меня услышите. Да, конечно, услышим. Так. Ладно, вы друзья, дальше, пошлите. Да, ой. Это обратно эти баги. Так, это все кнопка виновата. Моя кнопка такая. Она старенькая у тебя, мне кажется. Не. Сейчас тебе немножечко. А у тебя какая кнопка? Железная или какая? У меня. Но... Железная, ну, у тебя, я же говорю. Почти такая же. Ой, как думаешь, что этот житель имел в виду, что он еще зажгет ночью? Ну, мне кажется, что нам пипец ночью. Надеюсь, этого не будет. Мне тоже так кажется. Ой, ладно, друзья. Встретимся уже, я не знаю, когда встретимся. Ты что там летаешь? Ладно, давайте. Ох, друзья, он уже ветер. Ай-яй-яй, нога. Насажик там еще летает. Там житель что-то вон еще не уходит. Холодно уже становится, а там житель что-то торчит, что-то настраивает, кажись. Мне тоже так кажется. Ну ладно, надеюсь, ничего не будет. Я короче, пошел спать. Иди, бери с кровати. Так, я теперь внизу, ты там наверху будешь. На, забирай. А я здесь. Конечно, тут похолоднее, но ладно, всё-таки сейчас тёпло делать. Ну почему? У меня здесь печки так-то. Вот. Ой, ладно, друзья, уже встретимся утром. А, чё за фигня? Чё музыка-то орёт? Господи Иисусе, что это? Чего? Где стёкла? Чего? Смотри. Эта музыка просто мне стёкла всё выбило. Чёрт. У меня, кажется, TNT где-то было. Что-то громко-то орёт музыка. А, у меня вот было TNT. Вот так. Ладно, так, пошли. Разберемся с этим жителем. Он офигел вообще. О, сдалась немножко. Так, давай. Где все? Жители вообще почти нет, он здесь тусняк. Житель, ты чё, офигел? Ну-ка, прекращай свой музон. Никогда, мы только и начали зажигать. Ладно, сейчас зажгем. Так, пошли, Сажик. Сейчас ему здесь всю антенну. Он пока что там не видит. Сейчас быстренько все. Ой, я на ноты нажимаю. Так, сейчас. Сейчас зажгем ему. Так. Проведем. Так, кошмарно просто лагает. Я отбегу, чтобы не вылетел у меня. На чем я снимаю? Так. Готов? Ты, надеюсь, успеешь убежать? Да. Вы что делаете? Мы зажигаем. Давай, зажигай. Так. Убегаем. Сейчас будет просто взрывчатка. О, все, полетел. Офигеть. Сажик, ты живой? Я в воду упал. Ну, там тебе падение смягчило. Офигеть, мы тут просто все, друзья, разнесли. Да. Кошмар. Даже от жителя... Чего, житель жив? Какого хрена? Я все вернусь. Диджеи не умирают. Да пусть бежит этот тупой житель. Ой, все за фигня. Ой, все кошмарно прослагает. Так, все, я, короче, отбегаю к себе домой, а то что-то лагает просто. Ой, все, наконец-то мы разнесли эту музыку в пух и прах. Да, черт, зачем я сюда прыгнул? Ох, друзья, да, кстати, подписывайтесь на канал Сажика. Да, егошний канал будет в описании. Так, ладно. Сейчас я полностью отбегу от моей деревни, а то кошмарно просто лагает.
Ой, наконец-то. Ну нифига, как выглядит у тебя дом. Просто разнесло там все. Ой, ладно. Пофигу. А я обратно говорю, какого хрена? Житель горит со мной. А чё, житель может так гореть, если ты к нему подойдешь? Ну, зомби один раз получилось. Это зомбаком. Ну а ты чё с жителем сделал? Я только что видел. Он сам. Ага. Стоп. О, а у тебя свет? Какой? У меня дом горит. Это кто сделал? Туши, я не могу. Чё за нафиг? Всем пока, друзья. Просто у меня дом горит, диджей поджёг. Ой, ну ладно, с вами был я, Редь, Сажик, всем удачи и всем пока. Пока.